Доброго всем. Продолжаем обновлять свой инструмент. Лет 6 назад, если память мне не изменяет, взяли микрометр фирмы Шахе. И все эти годы пользуемся им буквально каждый день. Качество отменное, поэтому решили брать линейку мерителей этой фирмы. Уже много чего приехало. Сегодня я вам покажу цифровой глубиномер от 0 до 50 мм. Это его размер. Выглядит также достойно и качественно. Идет без батарей. Он самый простой, без Wi-Fi, который у них также бывает, он нам не нужен. Кнопки вкл-выкл, обнуление и перевода единиц измерения. Жало тонкое, годится для мелких измерений, которых у нас бывает очень даже много. Пользуясь случаем, я отвечу на частый вопрос, показав результат. А вопрос таков, насколько просаживается клапан в седле во время нарезки фасок профильным резцом, хорошо разъехавшегося, как в данном случае, выпускного седла и без замены втулка. Пуск уже порезан. В начале порезки глубина утопания клапана относительно плоскости составила 1,3. После 0,2, то есть 0,7. У среднеразъехавшегося седла этот показатель составляет 3,5, ну примерно как-то так.